В эфире рубрика «Броско Лайф». Мы с новостями. В торговом центре появилось новое развлечение для детей – экскурсия под названием «История кинематографа». Первую такую экскурсию мы посетили и уже готовы рассказать вам и показать, чем же она так хороша. Что делаем? Мы, конечно, показываем детям, как работает кинотеатр, как работает кино, откуда оно произошло, первые фильмы, кадры первых фильмов, первых мультфильмов. Показываем, как работает проекционная, как работают проектора, откуда показывают фильмы, кто показывает фильмы. Что в себя включает экскурсия? Это, конечно же, мы рассказываем, чем уникальный наш первый зал, какой у него эффект, то, чего нет во всем городе. Потом рассказываем об истории кинематографии и, собственно говоря, рассказываем детям, самое главное, без чего не смотрится ни одно кино. Это, конечно же, попкорн, как он готовится, его историю. Ну и, собственно, потом провожаем детей на какой-то сеанс. Ну, можно одну свару? Можно. Давай вообще перечислим, что мы сегодня увидели и узнали. Старый фильм, современный фильм, как снимались фильмы. Да, как снимались фильмы. Потом нас отправили куда-то в темное тайное помещение, в котором никогда в жизни никто не был, и показали, как воспроизводятся фильмы в кино. Ты удивлена была? Да. Да даже я была удивлена, потому что я никогда не могла подумать, что это происходит именно так. Что запомнилось тебе больше всего? Когда мы смотрели трейлеры от фильмов. Смотри, ты вот увидел сегодня фильм, который вот первый, самый первый созданный в мире фильм, ты его увидел. И ты увидел современный абсолютно фильм, который вот сейчас выпускается в кинотеатрах IMAX. Ты понял вообще разницу между двумя фильмами? Очень большая. Ну а что отличается конкретно? Графика, громкость и звук. Что-то новое, может быть, ты узнал из сегодняшнего дня? Или все, ты про все уже знал? Ну, только я знал про попкорн, а ну вот мне понравился больше трейлер, и я узнал, что нового, что фильмы появились очень давно. А здесь дети практически на все откликнулись, если честно. Они увидели старый проектор, хоть он и маленький. Они заинтересовались и смотрели мультфильм с удовольствием. Они увидели эти большие проектора, они пошли вокруг них, хотели лазить. Я уже боялась, что они там начнут что-нибудь дергать и нажимать на кнопки. Да, да, да. Они были в восторге от попкорна высыпающего, хотели его трогать, нюхать, пробовать. А ты знала, что попкорн – это кукуруза? Да. Любишь кукурузу? Да. Ну что больше, кукуруза или попкорн? И то, и то. Что по поводу приготовления попкорна? Просто я обалдел. Здорово. В большей степени, наверное, ты получаешь эти эмоции от детей, когда они удивляются, когда они получают вау-эффект, когда они довольны. Сегодня мы уже зарядились с утра энергией, потому что эти глаза восхищенные. И они восхищаются ведь не только от попкорна, что все предполагают. Они восхищаются от этой проекционной, от этих больших проекторов, которые для них очень интересны. И они задают кучу вопросов на самом деле. Вот именно это здесь и происходит наш обмен энергией. Каким образом вообще можно попасть на данную экскурсию? По каким-то дням определенным она проходит? Как можно купить билеты и так далее? Билеты у нас продаются, конечно же, они в свободном доступе, но предварительно нужно связаться у нас с администрацией кинотеатра, и мы все вам организуем. Рассчитана экскурсия для детей от 6 лет и до деток, наверное, лет 13-14. Ребята, приходите в IMAX, здесь очень весело.